Привет всем, с вами снова Денис Рем. Сегодня мы находимся на Дрифт Камп Урдинский. Снова, второй год пошел, кстати, третий. Третий год, как я здесь участвую, как я здесь нахожусь. И я кайфую от этого места. Здесь можно просто покатать и покатать по соревновательной деятельности. Сегодня мы едем в компетишн. Сегодня мы едем на соревнования, можно их назвать соревнования. Первые слова докачки. Смотрите, как сюда. Опа! Вот это кайф Бурдинского. Короче, мы находимся на поле, на старом флюгплаце или старый аэропорт. И здесь происходит соревнование. Короче, вы же, наверное, знаете все, что я рассказываю об этом. Мы приехали в этот раз двумя машинами. Я и Иван Лехман на своей тридцатке. Он перебрал мотор. Иван Лехман едет на 450 лошадях. Доволен, как слон. Компрессор 0,4 бара V8. Настроили вчера, приехал сегодня, первый день на ней ездит. После того, как положили мотор. Мотор там литовский, литовцы продали ему мотор за 7,5 косарей. Ну, а мотором это назвать сложно. Ну, какую-то работу сделали, какие-то детали там насыпали туда. Вот, но остальное ребята доделали уже там. Пришлось все разбирать, заново делать и ставить. Кроме, поршневой, по-моему, они не разбирали поршневое. У нас, можно сказать, не самое лучшее место, но и самое лучшее место. Мы находимся сейчас прямо возле штреки и... Здесь ездят машины и проезжают прямо возле нас. Мы грязные, нам шумно, но зато вечером нас никто не трогает. Мы врубаем музыку, поем караоке, и нам никто ничего не говорит. Это классно, потому что все находятся с той стороны, все начальство, а мы находимся совершенно с другой стороны. Веркштадт Rowine, пожалуйста. Сегодня мы, скорее всего, возьмем у него интервью. Стой, подожди. А у тебя есть минутка? Мы сразу тебя вычислим. Мы хотим интервью у тебя взять про твою машину. За мою? Да. Рассказывай, что у тебя за тачка, что ты с ней сделал и что ты собираешься делать? BMW 46, 2.8 двигатель поставил. 2.8. И что же сделаешь? Ошибки? Ошибки читаю. Да? Сломалась? Ну, вчера он воду сосал. Не едет совсем? Не на всех цилиндрах. Походу один отказал. Окей, по машине какие? Это каркас ты сюда в этот, такой, да, вставил? Каркас купил, готовый. Кручивающийся, и все. Компетишн едешь? Или хотел бы ехал? Еду, сегодня. Если, вот, если двигатель не откажет. Сейчас посмотрим. Ну хорошо, какой-то раз ты уже приехал? Пятый раз всего. И уже компетишн. Попробуем. Ну надо, да. Надо дальше двигаться. Да, точно. Тачка сломалась. Ну короче, 2.8? 2.8. Без турбо? Без. Простая. Бушечка накачанная. Бушечка накачанная сзади. Сколько бар? 1,2. 1,2, и она везет. Тебе. Ну 0,8 вчера ездил. Да? Вы проезжала там? Что-то мне там кто-то говорил, что не едет у него там. Тоже 2,8. Какой там? Ну я не вытягиваю, там не хватает. Потому что у меня 5000 ограничений постояло. Оборотов. Okay. Сегодня переделал, теперь до 7 крутим. Окей. До 7000 я поднял его. Посмотрим, проживет или нет, да? Если это себя так. До дома. Короче, удачи тебе. Увидимся на старте. Давай. Дрифт закаляет, я бы сказал так. Федя. Смотри, на номерах, понимаешь? Федя написано. Наша звезда! Иван Иванович Лехман! Живая машина у него? Нет. Работает на нескольких цилиндрах что-то там. Но едет. Уже хорошо. Расскажешь про свою машину что-то? Мотор собран на кованых поршнях. Мотор пробурен, вставлены эти гильзы, или как их называют. Ну, короче, все, мотор внутрянка живет. И самое главное, что в этот раз поехал, сделал нормально на стенде. Замерили, настроили мотор. Выдал при давлении 0,4 бара. С компрессором мотор, выдал 450 лошадей и 550 крутящего момента. На колесе? Нет, на колесе почему-то на 100 лошадей меньше, странно, конечно, 310. Мотор вчера проехал, все нормально, ничего, никаких проблем. Никаких вопросов нету вообще. Колеса только подкидывай. Единственное, да, очень сейчас как-то мне стало страшно, что в два раза больше колеса улетает, потому что два круга и нету колес. Больше мощности, больше колес. Просто два круга, да, вот вчера вот. Два круга, да, проехали? Все, нет, колес. Отсечку опустили. Ну, такой щадящий дрифт. У нас 10 часов начинается тренировка, а значит, через 2 минуты. Поехали сразу в пары? Да, сразу. Поехали.
Пока все, чуть позже приступим дальше. Поехали на тренировку. Короче, проехал я, не понял задание, и проехал первый раз в ноль. Второй раз 40, третий раз 40. Мало очень. Я понимаю в себе, что нужно лучше слушать задание. Ну и ехать лучше. Самое главное, прохожу батлы. Сейчас потолкаемся. Это самое главное. В принципе, и была цель только в батлы. То есть квалификация даже как-то, ну, она есть и есть. Главное ее пройти. Потолкаться интересно. Вот это весело. Что мы сегодня? Мы сегодня уезжаем ни с чем, с четвертым местом. Но в нашей копилке, можно сказать, в команде мы везем второе место. Второе место у Ивана Лехмана. Я тут поздравить подошел. Поздравляю, братишка, тебя со вторым местом. Спасибо большое. Все хорошо, да, у тебя, да. Все нормально. Да, все хорошо. С первого раза получается лучше, да? Мы просто снимаем не первый дубль, у нас ничегошечко не получилось. Бак лопнул. Так. Все равно поедем. Сейчас предохранитель перегорел на гидроусилитель. Все равно поедем, сейчас найдем. Вот, а так, в общем и целом, конечно, подвела вот эта вот ванна, вот эта, где вода между V8 Литовское сидит. Литовское радио, представляю. Но благодаря моим друзьям, видишь, все быстро решилось. Это было правильное решение отремонтировать и потом поехать, потому что черт знает, что бы там случилось. Да. Второе место. Я очень рад. Очень, очень, очень. Ты вообще красавчик. Молодцы. Фига ты двери пилишь. Да, я только в батлы хотел ехать. Я на квалификацию такой, ну, так как-нибудь. Давай, там поехали. Да, сегодня много поездил. Круто. Сегодня хорошо было. Да. Лучший ивент, я считаю, что был у нас когда-то. Не хватало, конечно, братанов, науманов. Да. Потому что это серьезные конкуренты. Да. Но все, что не делается, делается к лучшему, поэтому мы еще встретимся, покатаемся. По-любому приеду сюда. Вот только начинается. Сезон открыли красиво, второе место на полочку залетел. Точно. Ты четвертая, да? Да, кубочек можешь поставить теперь. Кубочек у меня вот на Виано стоит. Супер. Красиво. Повыше поставил. Да. В общем, у нас все. Машина сейчас дальше поедет. Моя не ломается, слава богу. Там открутился фитинг, вода. Чуть не улетел. Вода немножко потекла, подремонтировали. Огромное спасибо за поддержку. Даниле, красава. Спасибо тебе. Молодец. Весь ивент меня выдерживал. Менял колеса, доливал масло, доливал бензин. Подкручивал подвеску. Знает все, как делать уже лучше. И в комбинезончике уже.
В общем, у нас все круто. Мы движемся дальше. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Мое впечатление. Я просто очень горжусь сам собой, потому что сколько было потрачено сил, сколько мыслей было, сколько ночей, сколько всего было сделано за 3 года, но я честно скажу, это было все благодаря моему замечательному инженеру Рома. Это все благодаря тебе, честно. И меня вывез вот на это место, честно. Я тебе от души благодарен. Честно. Сколько ночей. Просто август я никогда не забуду. Каждый день. До тошноты. Передайте привет всей семье Новгорода, пожалуйста. Спасибо большое, что были с нами. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.